Русские снайперы известны по всему миру. Тяга к стрельбе заложена в каждом местном жителе. В Якутске на базе школы секцию стрельбы пользуются популярностью среди школьников. Продолжит Галина Кутугутова. Существует множество баек и легенд о меткости якутских снайперов. Говорят, якутский охотник может попасть белке в глаз со 100-метрового расстояния. Правда это или нет, мы не знаем, но меткость якутян могут подтвердить воспитанники секции стрельбы школы номер 2. Алина занимается всего 1,5 года, но уже занимает призовые места в первенствах Республики и России. У нее первый взрослый спортивный разряд. В моей семье все охотники. Мой дедушка стрелял хорошо. Он меня вдохновлял, я с детства стреляла. Вот узнала, что открыт секция, и я записала секцию в конце 2016 года. Ну, результаты хорошие. Но самое это хорошее, это когда здесь, в Дохсуне, Республика, чемпионат республики. Я там в финале первое место заняла. Секция стрельбы была открыта в 2016 году по инициативе директора школы Алексея Семенова. Мы решили, что у нас должна быть секция по пулевой стрельбе, тем более, что для якутского народа стрельба из оружия она более близка. Конечно, в моих мечтах, чтобы был у нас олимпийский чемпион. Занятия в секции проводят члены сборной Якутии по пулевой стрельбе. Это кандидат мастера спорта Геннадий Копчук и мастер спорта, победитель первенства России Тамара Николаева. В секции занимаются более 50 детей от 12 лет. Среди них есть 2 перворазрядника и более 10 детей имеют 2-й взрослый разряд. А один из воспитанников имеет шансы попасть в сборную Якутии на международных играх Дети Азии в Монголии. А вот для контрольной десятки надо там, прям, чтобы точно было, и вы должны быть уверены в этом выполнении, что действительно выслал вот десятки. Завтра команда 2-й школы выезжает в Чурапчу для участия в чемпионате ДСААФ. По результатам этих соревнований будет проведен отбор на чемпионат ДСААФ России. А в марте сборная школы участвует в первенстве и чемпионате Якутии по пулевой стрельбе. Галина Кутугутова, Василий Слепцов, Якутск.